Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание, ежедневки. Так, нанесите 20 единиц урона Нептусию. Разыграйте 3 зомби с бочками и выиграйте игру безумным зомби-героем. Значит, Нептусь. Так, Нептусь, ну давай попробуем. Слушай, а если мы возьмем, например, Нептусь и сразу же еще зомби с бочками там, да, надо было? Это вот это, по-моему, если не ошибаюсь. Да, зомби с бочкой. Нам их нужно разыграть 4 штуки. Ну, пока так оставим, посмотрим, что у нас получится. Из вот этой вот... я так понимаю, команда у нас здесь именно на пиратах. Как получится? Ой, блин, против Розы. Против Розы не очень хорошо получится. Но пока, наверное, оставим все как есть. Интересно, если я поставлю, например... Я ничего не буду ставить. Я вот так вот сделаю. Угу. На хилах. Ах ты, гаденыш, на хилах ты решил, да? Ну, хильнется он, например. Точно ли он хильнется, а? Так, заберем у него. Что же дальше сделать мне? Так, пока пропустим ход. Он опять восстанавливает себе здоровье. Я просто к чему говорю, ребят. Мне надо, получается, вирус ставить. Так. Поехали. Ну, тут понятно, сработает защита. Там он, наверное, заморозку еще воткнет. Или что там у него? Ну, скорее всего, заморозку. А, вот так вот, в козла. Понял. Дальше, значит, сделаем вот так. Пока хорош. Алоюшку взял он. Так, ну нам что лучше взять? Нам, наверное, здесь лучше взять бочку. Погнали. Погнали.
Хорош пока. Так, смотри, что он сделал. А это замечательно, а это замечательно. Если я поставлю... Блин, так не хочется, если честно, делать этого. Один, так, 4 и 3, да? Давай сделай так. И вот так. И вот так. Мне бы, конечно, лучше бы было бы немножко не так сыграть, если честно. Ага. Да иди ты в пень, ну ё-моё, ну... Я говорю, это бесява роза, блин, со своими этими ублюдками достанет просто. Без этих жить не может, блин. Ох ты, сразу же нормально. Так, выиграть игру безумным зомби-героем. Безумный зомби-герой, да, значит? Поехали, разгром. Твой черед выступать. Я говорю, Роза без вот этих своих... Как их звать, я же не помню. Ничего себе вообще не представляет. Сейчас бы просто бы проиграла по полной программе. Блин, опять мне... Почему мне все время дают высшую лигу? Я не пойму, блин. Если я еще не в высшей лиге, они мне постоянно ее подсовывают. Запарились, если честно. Так, ну что у нас тут? Зомби первым пойдет. Наверное. Так, зомби-фотограф. Hello. Hello. Ну, и что сделаем? Что мы сделать можем? Ну, давай сделаем вот так вот. Так, ну этого убираем отсюда, да? Зашей, так сказать, его. А дальше вот что?
Так, орех. Ну да, да, да. Да. А что изволите мне поставить-то здесь? Что изволите мне здесь поставить, господа хорошие? Вот это вот. Ну тут фейл. Друзья, с такими картами далеко ты не уйдешь. Два вируса, которые мне сейчас вообще не нужны. Ну и куда это годится? Просто издевательство, а. Разгром, ну что-то вот выдал здесь. Ну ё-моё, ну это не серьезно вообще. Ну и куда я с вот с этим вот просто нечего поставить. 7-7 вирусов, целая куча, блин. Понятно, короче. Это чтобы, ребят, время не тратить. Ну ты посмотри, что надавали, блин. Я в шоке. Дали, блин, руку. Просто 7-7. Мне, чтобы до 7 дожить, извини меня, сколько нужно делать? Опять высшую лигу дают, ребят. Блин, достало меня вот это вот все. Иди отсюда. Че у меня там в руке взято, я не понимаю. Мне даже нечего, ребята, выставить элементарно. Ну это трэш, блин. Я ничего не могу поставить. Ты посмотри, у меня заклинания одних, блин, целая куча. Издевательство просто-напросто. Да. Что, у него бонусная атака будет, что ли, сейчас? Посмотрим. Стена орех выставляй. Да, выставляй хоть что хочешь. Так, надо его убрать нам. Так, вот этого взошей. Угу.
Так, шипы. Ну, шипы ерунда, ребят. Сейчас мы поменяем. Переместил, да? Так, ну что, я надеюсь, ребят, только на одно, на блок. Какой блок? Мы ему сейчас просто в репу. Ай, блин, блок, репа. Ну, если я сейчас третий раз не выигрываю, я меняю, ребята, нашего разгрома на кого-нибудь другого. Слушай, они достали мне высшую лигу всовывать, а? Вы заколебали уже. Просто заколебали. И дают-то мне, блин, опять седьмого. Ну, мне что, целая рука, что ли, этих, я не пойму. Ну, здесь ладно, здесь мы этого можем выставить. На втором ходу, опять же, только. Только. На первом ходу у меня ничего нету. Никого и ничего. Где вот этот флакон был, когда он выставлял орехи? Два хода назад. Две игры назад, а? Почему этот флакон не выпадал? Да потому что так специально сделано, ребят. Высшую лигу еще сюда всовывает мне. Посмотри, а. Ну что, наверняка его схомячат, скорее всего. Я, правда, не знаю, на чем. Но, наверное, на хилах играет. Сейчас съест этого чувачка, скорее всего. А нет, вот он как. Потратил. Ну это хорошо, ребят, что он эту штуку потратил. Значит, таки на хилах, да? Блин, 6, 7, 5. Ну куда это? Это никуда не годится, ребят. Никуда не годится. Ну какие в одно место вирусы? Что он там выжидает, я не пойму. Что он там хочет, а? Ну давай я поставлю вот так. Ага, вот у тебя что есть. Кабачок. А если я так сделаю? Ха-ха, ты видел? Такой наивный. Пропустим пока. Этому не бывать. Меня интересует сейчас другое. У меня же могилоедов нету. Нету.
Так, фонарик. И это все? Почему не этого-то взять? Не... Ой, дурак. Не, чтобы вот отсюда взять 7-7. Нет, я взял отсюда 6-6. Ну, молодец, Рэй, ну. Ни ума, ни фантазии, блин. Опа, опа. И что? Вот это плохо. Ой-ой-ой-ой, это плохо. Ну, погнали. Ох, сейчас будет плодить. А кого он будет плодить, не знаю, ребят. Ха-ха-ха. Вы так сделаем, наверное. Сопротивляешься, да, до последнего, значит. Хорошо. Это вот сюда убираем. Поехали. О, хорошо-то как. Так, что он сейчас придумает против этой армии, интересно? Да, он начал лихо кабачками уничтожать. Ага. Три бонусных атаки. Ай, ты серьезно? Три бонусных атаки. Ну все, сейчас пробиваем ему табло. На. Повезло в коем-то веке. Ребята, просто повезло, что успел я разыграть их. Да. А до этого... Так, подожди. Что? Подожди, я не понял. Безумный. Блин, безумным зомби-героем. Безумным. Я не то сделал. Безумный — это у нас, по-моему, бесенок, если я не ошибаюсь. Он же безумный. Нет, это хитрый. Вот, безумный, ребята, блин. Надо было бесенком играть. Хорошо, хорошо, давай сыграем бесенком. Ну. Так, подожди, дай-ка я гляну, та колода хоть? Нет, не та. Колода совсем не та, которую... И это не та колода. А где та-то колода, которая мне нужна-то? У меня что-то две одинаковых, две четвертые колоды почему-то. Я не пойму. С
сколько раз говорил, надо подписывать, подписывать, подписывать колоды. И нифига, ребят. Давай попробуем вот этой тогда. Мне вот, знаешь, что не хватает на пиратах? Акулы. Вот была бы, блин, у меня акула. Ну, 4 штуки. Можно было бы тут, кстати, делов столько наделать. Особенно через пирата с бочкой. Ну, в бочке, которую я имею в виду, про пирата. И акула у тебя, если есть. Там, да. Так. Это, ребят, тяжелый противник сейчас будет. Так как это вспышка на солнце. Собственно, персоны. Сейчас солнечный удар или еще что-нибудь, да, будет? Он не стал тратить. А что? Два грибочка у него, наверное, да? По земле. Два грибочка по земле. Ой, какая хорошая карта, ребята. У него банан. Ага. Ага, нормально. Все-таки вот это, да, у тебя. Поехали. Восстанавливать здоровье. Эх, а если бы этот был бы. Ну ладно, его нет у нас. Но у него солнечный удар есть еще. Грибы. Два гриба он еще может поставить. Так, это уже интересно. На что он рассчитывает, а? Всех зомби на земле уничтожает. Ты вот так вот серьезно? Ну, поехали. Сколько у него там останется? 2 хп? Ага, 2 хп. Нет, не 2 хп. Давай грибочки свои, грибочки. Вот и все, что он успел выставить. Угу. А дальше? Я боюсь, этот парень тебе уже не поможет. Поехали. Так. И последний ударчик. Так сказать, завершение. Все. Я думал, вспышка на солнце будет немножко поковарнее. Обычно она коварная очень. Ну, а тут... Тут мы ее что-то быстренько ушатали. Фух, ребятушки, ну что, поиграли? Да, игра была, честно говоря, нервозная, особенно самое начало.
когда я только и проигрывал. Но зато потом отыгрался. Так, ну а сейчас, ребят, я буду идти в снэп. Сделаем еще парочку боев в снэпе. А здесь будем закругляться. Всем удачи и до новых. Подожди, подожди, закругляться. У нас же... А, выполнено, да? Тогда да, будем закругляться и увидимся уже в следующих видосиках.